Приветище, это скреп-механик и наши инженерные разработки. И в прошлой серии я собрал себе машину, поехал на ней, но она развалилась. Точнее, ее развалил робот. Теперь мне нужно оставить здесь машину на подъемнике, чтобы ее окончательно никто не сломал. И бежать до... вон туда, видишь, где гаечный ключ. Это, короче, мастерская. Также хочу поблагодарить всех подписчиков, кто писал комментарий. Теперь я знаю, что таймер на грядке — это таймер до прихода роботов, который расхищает мои грядочки. Соответственно, поэтому там ничего и не было, когда я прибегал. Мы уже возле мастерской, это хорошая новость. А плохая новость в том, что нам нужна батарейка. Видишь, что тут есть разъем под нее, чтобы эту мастерскую запустить. И, по-моему, эта батарейка есть вот в этих вот отсеках, жилых отсеках. Потому что я помню это по первому видео. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Батареечка. О, дверью пришибло, прикинь. Так, здесь батареек нету. Да блин, опять об дверь. Как так-то? Шальные какие-то двери. Иди сюда, папочка, сейчас тебя разберу на деталюшечки. Деталюшечки, вот они, разбираем. Есть деталюшечка, вот она, батареюшечка. Запустись же, о великое строение роботов. Все, она запустилась. Пойдем смотреть. Так, значит, мне нужна седуха 100%. А, дерева не хватает, сейчас будет. И колесо. Создаем колесо пока. Кстати, был еще один комментарий, чтобы я вот тут вот возле мастерской побегал. Здесь где-то есть нормальное, хорошее колесо. О! Теперь приступаем к рубке дерева. А еще я там заметил, знаешь что? Кукурузу. Надо также попробовать покормить коровку. Об этом тоже писали в комментариях, что коровы обожают кукурузу и после съедания ее дают молоко. Усо! Дерево все собрано, на седуху хватит. Забираем, значит, колесо. Несмотря на то, что я нашел лучшее колесо. И делаем, значит, седух. Все, через 34 секунды она будет готова. Короче, новое колесо я сохраню, ставить его на свой драндулет не буду, потому что мало ли, вдруг в пути на меня нападут роботы и снова сломают мне колеса. Да и к тому же смысл ставить хорошее колесо, когда у тебя три плохих. Давай-ка посмотрим, что у нас вот тут вот наверху. Какая-то рубка управления, что это такое? Ух ты, техническая станция. Бот-мастер. Лучший друг механика. Бот-повар, который будет готовить мне ужины, обеды и завтраки. Круто. Бот-очиститель, собирающий, соответственно, металлолом и дерево. Бот-застройщик будет мне помогать строить. И сборщик ресурсов. Офигеть, сколько тут крутых ботов-то, а? В общем, собираем, значит, микросхемы и металл. Все понятно. И будем делать моего первого бота-помощника. Седуха там уже должна была быть готова, да? Бежим к тачке, обратно чиним ее и приезжаем сюда. Надеюсь, мой драндулет там целехонький. Никто его не сломал. Слава богу, он до сих пор висит, никто его не тронул. Фух, это очень хорошо. Сейчас его починим быстренько. О, не понял. Не понял, верните обратно, пожалуйста. Ты видел это? Это как? Жесть. Да нафиг, это невозможно, как он по текстуру уходит. Что-то у меня подъемник как-то сломался. Заново сейчас поставим. Оп, оп. Поднимаем наверх. Ставим, значит, колеса, седуху и помчали. В дальний путь. Как раз уже темнеет. И к ночи мы должны добраться до мастерской. Все вроде бы готово. Сейчас только осталось заправиться. Спустить подъемника. И мчать. Давай-ка зальем 3 литра. Я надеюсь, что это 3 литра. Должно хватить. Скорость на максимум. Помчали. Да, мы снова на колесах. Ой, блин. Управление опять отзеркалилось. Не так настроил, подожди. Отсюда, отсюда. Все, можно ехать. Let's go! Да, мы снова на колесах! Ой-ой-ой! И на дыбах! Слишком мощный мой драндулет. О, все, поехали. Снова мой позвоночник ощутит всю боль наших колес, но ничего страшного. Главное, что не пешком. В общем, по пути к мастерской тут есть одно здание разваленное. Я думаю, что туда стоит забежать. Уверен, что там есть роботы, которые поделятся с нами любезно микросхемой. А если не любезно, то мы их просто замочим. Ну и, может быть, еще что полезного найдем. Я уже вижу, что там боты-фермеры бегают. Думаю, к ним в гости заскочить. Тачечку мы оставим здесь. А то мне ее разломают нафиг. Побежали. Фермер, я видел тебя. Ты где-то здесь прячешься. Вот он, в кустах. Дай мне свою микросхему. По-братски. О, спасибо. Он услышал нас.
Тут у нас еще один фермер. Здорово, братка. Ты тоже микросхемкой поделись? По-братски. Не, зажал, прикинь. Ну ладно, зато металлолома дал. Ты посмотри, пока я там мусор очищал, они сзади прибежали и как начали меня своими вилками мочить. Засранцы. Они даже сюда поднимаются. Все, короче, откинулся я. Благо, я неподалеку тут риснусь. Это очень хорошо. Через окошко можно? Можно. Тут вот мой мешочек катается, смотри. Забираем. Оп-оп-оп-оп-оп. Я не могу поверить. Один из роботов споткнулся. Надо его быстрее ушатывать. Они умеют спотыкаться. Крутяк. Блин, он все равно меня опять завалил. Черт подери. Сейчас я приду, наваляю ему. Уже два мешка тут моих лежит. Сейф прям какой-то. Получил. Наконец-то могу теперь спокойненько забрать все. Усо, здание зачищено. Бежим к нашему драндулету. Где он? Вот он. Слава богу, целехани. Наконец-то мы доехали до мастерской. Выбиваем забор. Заезжаем прямо внутрь мастерской. Вот сюда. Стопы, тормоз. По боту у нас все материалы собраны. Осталось найти всего лишь 7 электроплат. О! Помнишь вот это здание? Огроменно здоровенное. Мы же хотели до него доехать. Так что, думаю, дорога наша лежит именно туда. Ехать будем через лес. Дороги туда нету. Поэтому надеюсь, что мой драндулет не развалится по кочкам и по камням. Я слышу роботов. Блин, тормозим, тормозим, тормозим. Иди сюда, ко мне. Тачку мою не трогай, понял? Опа. Броню бы мне какую-нибудь намутить от этих роботов. Так, микросхемка. Отлично. Никто там не бежит из кустов. Блин, это какой-то капец. Смотри, какие луга красивые, да? И хоть бы одна корова повстречалась. В прошлый раз я их кучу видел. Может быть, их все устранили роботы-фермеры? Они любят кромсать коровок. Вон там вот бот. Пойдем-ка наваляем ему. За всех коров мира. Мы подъехали к какому-то разваленному строению. Тут нас встречает просто армия. А нет, не армия, всего два робота. И с них падает микросхема, кстати. Это очень шикарно. Еще две микросхемки. Итак, общей сложности у нас уже 7. Осталось 3 микросхемы. И нужно будет возвращаться обратно в мастерскую, чтобы сделать мне бота. Все, мы приехали. Но у меня кончилось топливо. Надо бы подзаправить наш драндулет. И теперь бежим внутрь. Разбираться со всей нечистью. Здрасте. Первый удар за мной. Есть, хана. Ой, там еще один. Ой, их тут. Вот сколько там? Их трое. Блинский. Я сейчас огребу. А мне бежать неохота. Бежать неохота. О, 4. Я в засаде. В засаде. Сейчас точно огребу. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Работай ножками, парень. Работай, бежим. Чешем отсюда. Главное не нарваться на других роботов. Выбегаем к воде. Конечно, это их не отпугнет. Но попробовать стоит. Они плавать, интересно, умеют или нет? Сейчас выясним. Так, я в воду. Только не говорите, что вы плавать умеете. Фух, слава богу, не умеет. Сейчас, парни, подождите, я пожру. Я пожру, и все будет для меня хорошо. А для вас плохо, понятно? Восстанавливаем хпшечки. Шикарно. Ну что, идите к папке. Сейчас я вас размотаю на болтики, шурупчики. Блин, не подходит, сыт. Я тоже ссу немножечко. Получил по клешне. Готовченко. Как бы уворачиваться от ваших атак, а? Ну, вроде бы даже ни разу не ударили, это шикарно. Микросхем с них, увы и ах, нет. Блин, там, по-моему, еще парочку роботов осталось, и они наверняка раскурочили мой драндулет. Я за тачку переживаю, как за своего настоящего бро. Бро, ты как? Точило. Сколько тут, смотри-ка. Еда, микросхема, отлично. Во, смотри, стоит тут. На тачку мою зыркаешь, да? А где тачка-то? Тачка-то где? Фух, вроде целехонько. Слава богу. Так, мне нужно, знаешь, что найти? Земли. Земли, чтобы сделать грядку и где-нибудь рассаду посадить. И кажется, я знаю, где ее взять. Ты, кстати, видел, какой у меня спидометр нарисованный? Да. О таком только мечтать можно. Скорость, правда, показывает всегда максимум. Даже если заглушен двигатель. Едем, считай, вслепую. Дороги нет. Бродим через лес. Ты слышишь? Я где-то корову слышу. Коровочка, где же ты? Где-то здесь.
Мукни еще раз. Я иду на твой зов. Корова. Вот она, я ее нашел, отлично. Так, давай попробуем ее покормить. И посмотрим, даст ли она нам молока. Корова, держи. Реально, она есть кукурузу. Давай тут вот поставим. Круто. И сколько молока ты нам дашь? Опа. Молочко. Шикарно. Получается, с двух кукуруз или с трех кукуруз она дает молоко. 8 вечера. Мы направляемся обратно в мастерскую. Надеюсь, топляка мне хватит. Ты, кстати, заценил мой розовый тапочек вон вместо педали газа. Отличное решение. Усо, прибыли. Паркуемся здесь. Так. Дальше я пешочком. Я устал уже трястись. Ну чё? Надеюсь, что бот у нас сейчас соорудится. Посмотрим, как его будут собирать. Если это, конечно, будет анимировано. Бот создать. Ну-ка, покажите, как он будет делать. И где он будет собираться. Звуки как будто снаружи, слушай. Нет, тут ничего не делается. Во-во-во, смотри. Ну чё, братиш? Столько материала на тебя потратил. Так что... Не разочаруй меня. Тут у него что такое? Использование. Блоки какие-то. Фига себе. А вот, кстати, те самые блоки, которые нам нужны для строительства тех ботов. Ого. Давай посмотрим, что у него есть из инструментов. У него тут есть соединитель. Я уже сделал такой. Кисть, чтобы красить. И сварочный аппарат. Но на него нужны вот эти вот блоки. По блокам мы знаем элементы. О, колеса! Колеса нормальные можно сделать. И чтобы их сделать, нам нужен пчелиный воск. И еще вот такие вот блоки. Это у нас металлический блок. Я его могу сделать. Так, подожди. То есть получается, я могу, в принципе, сейчас построить себе несколько колес. 5 блоков, одно такое колесо. Дай попробуем. Создать блок. Робот начинает там колошмарить, что-то делать. Так, все, блок он сделал. Давай забирать. Получить. Прикинь, он сделал не один блок, а 10. Мне хватит сразу на 2 колеса. Но нужно еще и третий. Поэтому делаем еще один блок. Кстати, смотри-ка, этого бота можно улучшить. Давай попробуем. Улучшили бота и... А, видишь, тут, короче, уровни есть. Уровень 4, уровень 4, 3 и 3. А у нас сейчас уровень 2. Смотри-ка, он и мешок земли может произвести. Круто. Ладно, почесали, короче, искать мед. А, точнее, воск, чтобы сделать мне нормальные колеса. Короче, обежал тут небольшой кружочек, меду не нашел. Зато коров подоил. В общем, я предлагаю... Блин, сейфа-то тут никакого нету. Надо, короче, где-то оставить... Черт подери, сейф надо сделать. Я умею сейфы делать? Я-то нет, а вот бот 100% умеет. Так, вот я нашел какой-то большой сундук. Просто сундук. Блин, и вот из всех хранилищ я могу сделать холодильник, но... Мне не хватает двух элементов вот таких вот. Это что такое? Где я такое найти могу? О, это у нас клей. А для клея нужны вот такие вот штуки, что это такое, фиг поймешь. Ладно, у меня там вроде как было хранилище, сейчас подожди. Вот такое вот. На одно место. Я поставлю его здесь. Как его поставить-то? Во. У меня же шкаф был, блин! Офигеть. Вот тебе и шкаф, пожалуйста. Только развернуть надо. О! Повешу тут, значит, календарик. Обжился уже практически. А здесь где-нибудь поставлю радио. Ништяк, будет играть. Ну чё, вроде бы все. Осталось только еще вот металлолом вот этот тут поставить. Чтобы он тут был. О, искусство. Это, короче, металл от этой, от тачки. Надо будет потом из него сделать свою тачку. Нормальную. Вот такая вот штука непонятная. Также у меня тут есть еще картошка. Можно ее тут вот оставить. Это снаряды. И есть еще налобный фонарь. Вот так вот он светит. Можно на тачку поставить. Фонарик мы прилепим, знаешь как, вот так вот. О, но нужно сделать переключение. Сейчас подсоединим, если можно, конечно. Вот так вот. И вот триггер будет работать от руля. То есть, если я сяду, он должен включиться, но он не включается. А, во, все работает, смотри. Отлично, круто. Поехали, короче, к маленьким ларькам, чтобы забрать оттуда землю. Опа, ехал, короче, ехал. И смотри, что нашел. Мед. Да целую кучу меда. Шикарно. То, что нужно. Собираем это все. Должно хватить на колеса. Все, прибыли. Расхищаем, значит, эти ларьки и марки.
Ну что, здесь я все обчистил. Можно возвращаться. Сейчас заодно и затестим наш фонарик новенький. Врубаем. Ну, а подожди, можно же яркость настроить, точно. Так, яркость. Давай двадцаточку. О, вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Главное, чтобы батарейка не сдохла в нем. Бежим делать быстренько колеса. Короче, не хватило нам, знаешь чего, немножечко воска. В итоге у меня получается сколько? 3 колеса будет. Ладно, поставлю их на тачку. Одно будет плохое, не знаю, правда, какое. Скорее всего, переднее какое-то. Потому что задние у меня ведущие, на них движок стоит. Поднимаем драндулет, значит, забираем последнее колесо. Так. И сейчас все сделаем по красоте. Ну вот, уже все поцивильнее, правда же? Опускаем и тестируем. О, вот это разговор совсем другой. Ты посмотри, меня уже не так трясет. И мы прямо гоняем. Шикарно. В следующий раз мы доделаем последнее колесо и переделаем полностью тачку. Ну а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить свой крутой лайк и подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.